Всем привет! Я собрался провести эксперимент при торцевании различными дисками и посмотреть на пылеобразование и пылеотведение при разной толщине пропила. Значит, участие принимает торцовка Makita LS1040. Заурядная штука, как бы считается, но меня устраивает. Так, диски. Один родной Makita, один СМТ-шный. Makita диск класса стандарт. Вот, значит, его маркировка. Толщина пропила 2,3. 80 по дереву. Все дела. СМТ. Как дело у нас, ребята? Если видно. Значит так. 60 зубчиков, пропил 3,2, тело 2,2, значит, это из новой серии такой, так сказать, малошумный. Сначала поставлю вот этот СМТ-шный диск. Так, пилиться будет брусок 80 на 80. Сосна. Так, запускаю берлагу. Так, вот что мы тут напылили. Сейчас еще попробую. Еще один запил. Маленькую часть. Кстати, не так уж и метает. Что-то мне казалось раньше, что вообще во все стороны опилки летят тоже. И с СМТ-шным диском нет. Ну, вот здесь пылеуловителя как такового нету. Поэтому в этой зоне насыпано, в общем, довольно заметно. Так, включаю я пилу, меняю диск. Так, диск Makita. Сейчас вот здесь протру. Посмотрим более детально.
заодно тоненькую полосочку посмотрим, как улетит, не улетит. Вообще нет ничего. Теперь сбоку посмотрим. Вот сюда должно улетать. Сюда, как видели, ничего пока не попадает. Ну, в общем-то, зря я на Макиту грешил. После работы с диском СНТ получился у меня широкая прорезь, так что заодно сейчас поменяю систему точного позиционирования при торцевании. Это то, что как раз в мелких хитростях я выкладывал в виде фотографий. Значит, скотч малярный я обычно клею три слоя. Надо брать пошире. Обрезал. Имеем ровное гладкое поле. Делаем надпил. Все, теперь можно уже торцевать. Ну, к примеру, берем брусок. Делаем на нем пометочку. Большую, да, надо одну. Вот так. Совмещаем с кромочкой. В общем-то,
при любом положении упора оно никуда не девается. Проекция распила всегда готова к работе. Все. При обычном освещении дневном предостаточно. Можно работать вполне. Эксперимент по распилке и по выявлению пыли, выделения и удаления завершен.